чтобы не спугнуть тех, кто спит уже давно, тех, кому не все равно, чью я комнату тайком желаю заглянуть, чтобы увидеть, как ты сонница, сейчас начнут меняет все люди моя облик твой, чьих невольница ты день, зачем тебе охотиться на людей? Крестик на моей груди, на него ты погляди, что в тебе способно резко изменить. Много книжек я читал, много Богу заповедал, свою тайну от меня не пытайся скрыть. Я это видел, как бессонница сейчас начнет. Очень жаль, что ты тогда мне поверить не смогла, в то, что новый твой приятель не такой, как все.